Всех приветствую, с вами Дарья, и вы находитесь на канале обзоров корейской косметики. И так как с каждым днем на улице становится все теплее и теплее, а это значит, что пора отложить в сторонку наши питательные кремы и перейти на текстуры полегче, то в этом выпуске я решила сделать обзор кремов для жирной и комбинированной кожи. Все кремы из сегодняшнего обзора имеют матирующие свойства, и кроме этого они контролируют саловыделение пор. Данная подборка, надеюсь, позволит вам не тратить время на отдельные обзоры и выбрать подходящие средства за несколько минут во время просмотра данного видео. Но если вам интересны более подробные мои обзоры на данные средства и на некоторые остальные средства для жирной кожи, то внизу оставлю ссылочки на них, вот, можете посмотреть, ознакомиться. И, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик рядом с кнопочкой подписки на канал для того, чтобы вовремя получать оповещения о новых видео. Ну что ж, давайте начнем. Вот они все пробнички, о которых сегодня пойдет речь. И хочу начать с бестселлера. Это сыворотка от Skin Food, матирующая сыворотка. Это один из самых популярных продуктов для эффективного сужения пор и матирования кожи. Сыворотка очень бережно заботится о жирной коже лица. Она имеет очищающие свойства и сужает поры, а также успешно контролирует излишнее саловыделение. Вот такой белый цвет. Консистенция напоминает жидкое молочко. И очень приятно пахнет персиком, потому что это персиковая серия от Skin Food. Распределяется довольно быстро, так хорошо, впитывается тоже недолго. Сразу после впитывания кожа ощущает матовость. Вот прямо сейчас будет это заметно на глазах, увидите. Эта сыворотка мне не подходит, потому что она создана для матирования жирной кожи. У меня сухой тип кожи, как вы знаете, вот поэтому могу посоветовать ее для девушек с жирным типом кожи. Вот сразу после впитывания есть такое чувство, как бы подсушивания, что ли, кожи. Вот, и вот уже наблюдается полная матовость. И если у вас есть такая проблема, как расширенные поры, то эта сыворотка успешно их скрывает и придает такой эффект бархатной кожи. Вот на жаркое время года для жирной кожи эта сыворотка самый незаменимый вариант. В последнее время вот данная серия персиковая, она обновляется у Skin Food, то есть уже обновилась. И вот эту сыворотку я в продаже уже не вижу, к сожалению. Скорее всего, ее сняли с производства. И вот сейчас даже не знаю, как советовать, но если вы где-то ее увидите в продаже, то берите смело. Вторым продуктом я хочу вам показать вот такой крем. Это уже крем из обновленной серии персиковой, а также от бренда Skin Food. Это крем, контролирующий жировыделение, саловыделение, то есть матирующий крем с экстрактом персика. Вся линия контролирует работу сальных желез, создает матирующий эффект и улучшает тон кожи. Крем достаточно легкой консистенции, абсолютно не перегружает кожу при нанесении, очень быстро распределяется и также быстро впитывается. Приятный аромат персика, очень легкий.
Ну вот смотрите, о чем я вам и говорила. Крем наносится легко, быстро, без проплешин, и кожа практически вот сразу становится матовой. То есть крем можно использовать в качестве дневного и сразу приступать к нанесению макияжа. Кстати, макияж на нем держится дольше, он не плывет. Тем самым вот этот крем отлично подойдет жирной и комбинированной коже. Кожа такая становится как персик, приятная очень. Ну, в качестве бонуса хочу отметить, что этот крем также скрывает поры, а также он их не закупоривает и не провоцирует высыпаний. Так что, если у вас жирная кожа, если она склонна к излишнему и быстрому саловыделению, то обязательно попробуйте данный крем. А следующий крем, он мне очень нравится, несмотря на то, что он не совсем для моего типа кожи. Это крем от Тони Моли с фитонцидами. Освежающий гель-крем для жирной проблемной кожи лица. Он сужает поры, также регулирует работу сальных желез, снимает воспаление и в целом оказывает освежающий эффект на кожу. Вот смотрите, у него такая гелевая консистенция. Крем не имеет красителей в составе. Он моментально освежает кожу. Вот такой очень приятный в нанесении. Не перегружает, пленки не оставляет на поверхности. Никакой липкости, никакого неприятного чувства вы не ощутите после этого крема. Такой у него немножко специфичный аромат, медицинский, сладковатый. Ну, в принципе, он достаточно приятный. Вот за считанные секунды гель-крем впитался, и кожа стала такой матовой, очень гладкой и нежирной. То есть данный крем я тоже могу посоветовать в качестве дневного. И после него сразу можно приступать к нанесению макияжа. И хочу еще заметить, что фитонциды, которые входят в состав, они обладают бактерицидным действием, что тоже будет очень полезно для жирного типа кожи. Четвертый кремик, который хотела вам показать, это Миша Супер Аква серия. Пусть вас не смущает, что в названии крема есть слово «увлажняющий», а он позиционируется как суперувлажняющий, потому что кроме увлажнения кожа после крема становится мягкой и тоже матовой. А крем хоть и кажется таким плотноватым на вид, но на самом деле консистенция у него очень нежная, очень легкая такая. Он имеет приятный легкий аромат. Так быстро наносится на лицо, без проплешин, быстро впитывается. И я бы даже сказала, что не столько впитывается, сколько схватывается кожей. И примерно через минуту от него не остается и следа. Но в самом лучшем смысле, то есть увлажнение присутствует, а на поверхности кожи вы ощущаете бархатистость и приятную матовость. Нет ни липкости, ни перенасыщенности. То есть больше подходит как дневной крем под макияж. При длительном использовании он улучшает цвет и состояние кожи лица. Лучшее время для него, мне кажется, это весна и не жаркое лето или начало осени. Для слишком жаркого времени года он может показаться немножко плотным. Там я советую, наверное, использовать гель-кремы с жирной кожей. И последний крем. Это крем от Сэм, лечебный крем, создан для контроля чистоты и жирности кожи. Он регулирует работу сальных желез, предотвращая появление жирного блеска. А также он эффективно устраняет воспаление и оказывает ранозаживляющее и успокаивающее действие. Крем имеет такую гелевую текстуру,
немножко медицинский, какой-то лечебный такой аромат. Он быстро впитывается, он освежает кожу и создает такой приятный матовый финиш. А при регулярном применении кожа будет выглядеть эластичной, матовой и ухоженной. Кроме того, данный крем способен справиться с прыщами. Прыщи перестанут вас беспокоить. Если пользоваться этим кремом на ночь, то на утро кожа остается ровной, гладкой и абсолютно матовой. Обратите внимание на надпись «Oil Free». Дело в том, что продукты, содержащие масла, иногда вызывают появление несовершенств. Поэтому в составе этого крема нет абсолютно никаких масел, но он очень легкий по текстуре и очень бережно ухаживает за проблемной кожей. Поэтому также могу его советовать в качестве дневного матирующего крема для жирной и комбинированной кожи. Ну что же, мое видео подошло к концу. Всем огромное спасибо, что досмотрели до конца. И по традиции я хочу предложить вам поучаствовать в конкурсе. Я разыграю комплект этих матирующих средств для жирной кожи за репост вашего любимого видеоролика с моего канала в соцсетях или в группах обсуждения корейской косметики. Ссылочки на репост любого видеоролика оставляйте в комментариях к данному видео. И через несколько дней генератором случайных чисел мы выберем победителя. А после конкурса все ссылки из комментариев мы удалим. Всем желаю успехов в конкурсе. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Всем пока!